Омские полицейские задержали наркокурьера из Казахстана. Молодой мужчина пытался провести в наш город на маршрутном такси крупную партию гашиша. В шортах у гостя из Казахстана омские наркополицейские находят сверток с веществом темного цвета. Химическая экспертиза покажет, это гашиш. Мужчина пытался провести наркотики в Омск на маршрутном такси. Машину остановили сотрудники госавтоинспекции на Русско-Полянском тракте. Откуда у вас марихуана? Я привез города. С какого? С своего. С какого своего? Со Степногорска. Степногорск где находится? Казахстане. Масса свертка 205 граммов. Это 1500 разовых доз. Сейчас сыщики пытаются установить, откуда у мужчины столько наркотиков. Задержание предшествовало проверке оперативной информации о намерениях данного гражданина перевести из мест своего постоянного места жительства запрещенный товар. Следственным управлением УВД России по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего жителя приграничного государства. По признакам преступления предусмотрено двумя статьями Уголовного кодекса Российской Федерации. Это незаконное приобретение, перевозка, хранение наркотических средств в крупном размере, а также контрабанда наркотических средств в крупном размере. До суда подозреваемого заключили под стражу. Грозит 22-летнему гостю из Казахстана до 20 лет лишения свободы.